С добрый. миром, дядя Тихонович. С миром. Видно меня? Как слышно, как видно. И слышно. Не слышно? Меня слышно? Да. Я вас хорошо слышу. У вас всегда хорошо аппаратура работает. Ну что у вас? Вопрос, который во многом спровоцирован, во-первых, конечно, событиями, которые происходят сегодня в православном мире. Это то, что называют крупнейший раскол за последнее тысячелетие, а именно действия Константинопольского патриарха и роль в этом Московской патриархии, роль в этом Украинской православной церкви. Вот. И, собственно, выступил вчера или позавчера ведущий известный Алексей Венедиктов, говорящий о том, что вот, дескать, определенные шаги не совсем верные предпринимает Московская патриархия, что это, безусловно, политический акт. А митрополит Тихон Шевкунов, да, уже неоднократно говорил, предупреждая эти события, что, возможно, давно пора было отдать митрополию, то есть отделить от Московской патриархии Украинскую православную церковь. Вот. И поэтому такой клубок событий, конечно, весьма сложный, весьма трагичный. Вот. И хотелось бы узнать, в чем причина, почему это вообще произошло. Быть может, как-то нужно было поступить иначе, а может быть, напротив, все идет так, как оно должно быть по воле Божьей. Вот хотелось бы узнать, Игнат Тихонович, ваше мнение по этому вопросу. Вот. Что об этом говорит эта Библия? Ну вот, видите, я не богослов, не политик. Я просто беру Библию, читаю, молюсь. У меня главный советник-то вот. Ну вот кто сказал? Я это считал все, что вы говорите. Что дали бы вовремя автокефалию, то другое. Я был в разных местах, в храмах. До этого еще, когда об этом речь шла, она же не в один день, это автокефалия затребована была. И меня всегда спрашивали, как? Да ни в коем случае, никак, да это там, то, другое. Я говорю, давайте посмотрим пораньше. Мне очень на память подходят слова 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Вот мы знаем, умер мудрый Соломон. А воцарился Роваам, сын его. И люди сразу поняли, тут реформа может быть, перестройка какая-то. И пришли, мы терпели его, он крутой был, Соломон-то. Ну, как-то бы ты уменьшил налоги эти там, ну и прочее-то. И он посоветовался со стариками, старики говорят ему, которые при Соломоне-то были, а не советниками. Он сам на них вышел. Они говорят, действительно, тяжелое было иго наложено, ну, надо было, это война со всех сторон, а при тебе мир, ему имя тогда на Соломон, это Сулейман, мирный, Суламита, оглянись, мирная, Суламита, женская род от слова Соломон, это попутно все, вот, и они говорят, сделай облегчение, при воцарении всегда дается какая-то амнистия, из тюрьмы выпускают, там, политзаключенных, сосланных, там, ну, всегда во всем мире так делается. А потом-то и видно будет, у тебя все есть, не строить, конюшни построены, везде заградительные отряды работают. Они ему перечислили все. Он решил посоветоваться со своими товарищами, такими же молодыми, как он. А у них мудрости нет, они как рассуждают? Дай-ка слабину, потеряем всю страну. Дядя Вова, мы с тобой. Вот они там начинают, там поют, видел, дядя Вова, мы с тобой. Вот, дай слабину. А какую слабину-то? Они просили-то немногого совсем, чтобы вздохнуть. В конце концов-то каждому хотелось свой участок иметь, обрабатывать. И, ну все абсолютно. Дочери наши идут туда, сыновья туда, а мы... Ну просто невозможно. И когда мы считаем об этом в притче «Премудростях» Сирахова, то называется «Скудоумный Роваам».
Я это обращаю сейчас к Московской патриархии. Меня больше всего-то интересует то, что рядом здесь. А что там про американскую церковь? Они сейчас такой выставили реестр, перечисляют все церкви, какой процент, сколько приходов, и разбили. Вы видели эту таблицу, нет? Нет еще. Нет еще. Я сейчас ее открою, вам как будет видно, там дальше-то я не знаю. Ну вот, я открываю ее сейчас. Потом ее будет видно. Вот она медленно открывается, но все равно должна открыться. Вот она. А раскол в православном мире быть или не быть. Ну и здесь перечисляется, какое название? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего семь этих кружков. Ну тут перечисляется, сейчас я скажу, первое. Автокефальная поместная православная церковь по диптиху РПЦ. Второе. Количество приходов. Поддержали Русскую Православную Церковь. Дальше. Поддержали Константинопольскую Православную Церковь. Следующее. Предлагают созвать все православные совещания. Дальше. Призывают к диалогу между Константинополем и Русской Православной. И вырабатывают позицию. То есть вот и везде галочка стоит. Как? Ну, вот, это вы когда увидите, то увидите. Я сейчас посчитаю, сколько у них здесь православных-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 разных церквей. Вот первая, Константинопольская, 3200 приходов. Александрийская, 1000. Антиохийская, 2000. Иерусалимская, 70. Русская православная, 36880. Грузинская, 550. Сербская, 3500. Румынская, 16100. Болгарская, 2600. Кипрская, 500. Элладская, 800. Албанская, 900. Польская, 240. Чешских земель и Словакии, 250. Православная церковь в Америке, 700. И вот кто... Что и где и как. Вот, допустим, Иерусалимская, она ни одной галочки не поставила, только в конце вырабатывает позицию. То есть посмотрим, куда это все вытянет. Вы далее, когда посмотрите, это уже лик настоящий. Вот. Поддержали Русскую Православную Церковь Московского Патриархата Александрийская, ну, сама за себя проголосовала, Сербская, Чешских земель Словакии и православная в Америке. Все. А остальные нет, не поддержали. Вот теперь отсюда я и хочу дальше уже разговор вести. Вот так. Схлестнулись два совершенно одинаковых брата, которые любят властвовать. Про Грецию говорить не надо. Столетия идут, русская церковь давно больше их, свободная. Свободная по тем временам церковь-то была императора, а те под турецким уже игом и свободу никак не дают. Никак, чтобы своего патриарха не было, а чтобы от них было. Ну, наконец, а приезжают табакуры такие, их в соболей ловить отправляли, этих табакуров. Ну, Павел Алепский очень хорошо об этом описывает. Вот, не давали. И сейчас точно так же. Но я общий контур, а потом скажу, откуда начинать и что нужно дальше делать. Ну, мой совет почему-то патриарх не принимает. То ли ему неизвестно, или что. Как за бодливой корою Бог рог не дает, говорит. Вот. Мне задавали же вопрос, если был патриархом, что сделать? Я говорю, первым делом прекратил бы все строительства и все деньги рассчитать с должниками, чтобы не быть игом, и под игом. И далее все на проповедь Слова Божия. Это у меня простая программа. 1000 училищ открыл бы в один день. Я уже с баптистами договорился. 1000 проповедников дадут. С ними подписали, нигде православие не задевать, а учить любить Бога и любить ближнего, любить Библию. Вот, пусть согласны. Они говорят, согласны, согласны. А что ж долго не призываете? Да я говорю, никак патриарха меня не изберут. Тот момент у меня был, соревноваться с патриархом Кириллом Гундяевым. Ну, он перехватил инициативу, за него Путин. Путин что-то к нам не заехал. Это я все для размышления. Так вот, русская православная точно так же. Она терпеть не может, где-то кто-то рядом, да еще где-то на один шажок подальше. Любыми путями им надо было проглотить русскую православную зарубежную церковь. Вперед ни грамма не думают. Теперь около 13 юрисдикций раскололи, это они.
Понимаешь как? Но мы-то о соединении-то с патриархией вообще речи не было. Когда на обоих совещаниях, на Аке, там где Сакраменто, где там было, отец Ахим ездил. Не давали ничего записывать, на магнитофон даже. Отбирали. Куда же это годится-то? То есть все тайно скорее сделать, чтобы признать друг друга благодатными. И сразу же, я говорю, они на этом не остановятся. Коготку, говорит, попасть, все птицы пропасть. Они начали затягивать. А мы не с места. Единственное, два прихода. На остальные к Агафангелу, Пашковскому, к Тихону, пасечнику. Тут их много. А мы никуда. И на нас, как вначале наваливается, патриаршая. Особенно лютые миссионерские отделы. Они вообще зверьё настоящее. А вы такие, батюшка, недействительны, литургия недействительна. Не стой, Андрея Кураева. Вчера только кровь в чаше была, а сегодня у нас бодяга какая-то. Из-за того, что вы решили. Вот теперь на равных они. На равных. Но теперь посмотрим. Все, что сейчас идет, на 100% падает на Московскую патриархию. Она все посеяла. Зачем она согласилась принимать храмы, отобранные у униатов при Сталине? Зачем? Тех пересажали, им отдали. Я говорил, они вытянут все нутро с глоткой. Вот оно, время пришло. Вот эта борьба. Борьба, когда борется за храмы на Украине. Правы те. Они говорят, это наши храмы, мы строили. Они говорят, а мы молимся в них 70 лет. Но вам отдал тиран Сталин. Вы карманные. А мы-то за освободителей. Это для нас они нацисты, там Бандера. А он любил Россию, это Украину. Давайте их глазами посмотрим. Я вот глазами масонов пытаюсь посмотреть на протоколы и на прочее. И вижу, что... Если бы я был неверующий, я бы к ним пристал, если бы приняли. Навести порядок во всем мире. Так и здесь. А они отдали. Так они отдали ворованное. Это не их. И вы должны сейчас выйти оттуда. И... А которые вы строили, это ваше. Дальше. Денисенко, Филарет, говорят, он думал, что его изберут патриархом. А его не избрали. Я не знаю, думал он это или не думал, но очень похоже по его характеру. И он ближе всех стоял там где-то. А избрали свое. Да хорошо, что еще избрали-то своего. Вот представь, сейчас патриарх там бы был, а Украина отошла, и патриарх в другой стране, а что бы с нами-то здесь было? Теперь тут патриарши кверх ногами бы стояли-то. И это то, что он там в Украине, это еще благо. Дальше. Его разжалуют до монаха. А, собственно, он ничего не сделал такого, чтобы делать это. Но когда меня спрашивали, я говорил, здесь ему давали звание митрополита, он должен был подчиниться. Вот корень-то где? Он не подчинился, но и анафему налагать на него, снимать с него сан, ни одного процента нету, правды. Почему Константинопольский патриарх снял все анафемы, как будто ничего не было, принял в общение. Правильно он сделал? Согласно любви Божией, правильно. Согласно канонам, правильно. Я очень внимательно слежу. Я канонам 3 года отдал. Как, говорит, называли великий канонист. Никакой не канонист, просто я понимаю, я православный, и разговоры окончены. Я обязан выполнить. И вот теперь, когда говорили, дайте я это в автокефалию. Да что, да как? Назвали бы ее как-нибудь по-другому. Ни Украина не надо, ни Россия, а просто назвали бы какое-то слово там. Чистое православие, как эти истинно православные, ИПХ, ИПЦ. Ну, могли бы какое-то слово такое неуничижительное. Например, истинная православная церковь со священством. Там, вот, вот так вот можно было сделать. Никак, только чтобы нам, и все доходы с Украины шли нам. Тут понятно, они крохоборы, табачные и водочные, бизнесмены. Там и нефть, и бриллианты еще только нету. Я не знаю... Чем кончится это? Но до данного момента они все поступали наоборот. Вот вообразим, что они бы прислушались тогда, когда говорили, а я говорил не раз, у отца Кирилла Сахарова там были, а там около храма Христа Спасителя, это 200 метров нету. Что делать? Дать автокефалию? Да вы что? Да это они, да Вот понимаете, вы спросили, я сказал, я не спорю. Вы посмотрите, чем это кончится. Теперь все отняли. А вот если бы тогда дали автокефалию, никаких претензий ни от кого нету. Автокефалия, я не говорил идти под Филарета. Автокефалия отдельно, что к московскому патриархату относится, совершенно отдельно автокефальная, как польская, чешская, словакская. Они на это никак не пошли. И поэтому этим обухом их только и бьет Господь.
Вы что, кувалдой выколачивают им мозги? Они безбожники. Они властолюбцы. Они у гроба тирана величайшего, там Алексей Первый Симанский там сидел, заливался, какое потеряли там и прочее, великий вдохновитель и прочее. Вот здесь та же самая история. Они не дали. Вернемся к тому. Почему не дали? Все равно же вырвали. Но теперь это все враги ваши. А теперь что православное там терпят? Они скажут, а мы никуда не хотим, там не получится. У нас с трудом мы удерживаемся. Здесь две общины. Патриархия заглатывает. А почему не заглотили? Бог услышал молитвы. Прислали митрополита. Я думаю, что нигде больше такого нету. Иванников его фамилия. Он приезжает в Потеряевку, служит. Батюшка едет в отпуск. Он дает ему удостоверение. Что... Но когда у нас бывает, всегда считаю, возгласы патриарха святейшего, дальше митрополита Илариона, митрополита Сергия и Всеволода, на территории которого епископа Понич тут есть. Вот такой порядок. Это явно, что... И мы имеем, говорит, полное общение с патриархией через нашу митрополию. Это он мне характеристику давал. Вот это-то почему не сделали? Вот теперь наступил полный расклад. На ворованном сидели, никого не слушали, власть была, пасть разинута, но оторвали вместе с зубами сегодня. Такого не было. Все понятно здесь. Моя позиция была с тех дней, и мне ничего нового не надо добавлять, я не там. Ну а теперь что? В первую очередь, вы бы не кляли там этого Денисенко? А меня спрашивали, а вот вы бы были на Украине и пошли к нему? Я говорю, нет. Я никому не запрещал, не называл ни разу его безблагодатным. Я внутренне не расположен к нему, внутренно. Я считал, в «Огоньке» Александр Иосифович Нежный писал, какие у него тут при нем живет там женщина, дети и его дети. И я это не могу проверить. Но внутри меня не из-за этого, а вообще. Я посмотрел, как он говорит, я заехал туда, на служение побыл у него. Я ничего не делаю, говорится, с кондачка. Я начинаю молиться, и на годы уходят, а я все молюсь и молюсь, пока ответа не получу. Я в этом вопросе никакой, повторяю. Но вот броня моя, шлем и спасение. Каждый день три святое, 100 поклонов, не меньше 7 раз. Вот и все отсюда. Теперь что делать? Вот теперь ничего не надо делать. Заняться своей душой от Украины, их полностью отсекли. Теперь те беды, которые будут терпеть, а это на пользу всем тем, которые Московской Патриархии принадлежали, не побуждали ее, дайте нам автокефалию. Как Андрей Кураев говорил, каждому надо дать автокефалию, каждой епархии. А я об этом говорил уже 50 лет. Эту автокефалию дала советская власть, когда все разбомбили, и сразу же Синод дал указание при патриархе Тихоне, каждый свободен по себе. А что же вы раньше-то думали-то? Почему должен был дворянин Ульянов вам это подсказывать-то? Это уже было, они ничему не научились. А теперь вот эти их проклятия, анафемы-то, они все к ним вернулись с прибавкой. С прибавкой уже от своих. Те, которые сейчас терпят беды, до них будет доходить. А почему, правда, нам не дали автокефалию? Мы же русские люди. Не надо было говорить там русские или российские, а просто православная церковь, там, ну, за границей или как-то там, ну, можно же, те-то придумали еще бы, эти умники такие. Нет, а вот теперь это будет тысячекратная анафема в обратную сторону, которую будут гнать, сажать и прочее. Повторяю, ничего делать не надо было, а что сделать, я сказал. А сегодня надо только учиться плакать. Такая вина. Спрашивают, а тебе как дорого? Я думаю, что искали, то и получили. За что боролись, на то и напоролись. Как они нас гнобили эти годы? У них разные там Дулевичи, Дудины, переполнено все такими. Они нас грызли. У батюшки действительно и служба, и все. А когда увидели у нас, если мы еретики, мы псевдоправославные, мы псевдохристиане, как они нас клеймят-то, туда, в эту же яму толкают теперь и этого митрополита. А как? И у нас служил, который уехал сейчас в Липецке, Дмитриев, Максим был. Это тоже. Антоний Масендич, который умер, тоже все вместе молились, причащались у него. То есть они бездумные эти люди. Давно недействительно, я говорю так. Недействительно. Это есть фильм такой про Давида, про Саула там. И когда он не дал благословения Самуил Саулу, а Иоаннафан
сыновья подсказывают, он не настоящий тогда первосвященник. Он говорит, если он не настоящий, то я и царь не настоящий, меня он рукоположил. Он меня помазал в царство, я не настоящий-то, и те сразу попятились. Тогда я не сыновья его, никто, самозванцы. И нам поэтому никак, батюшка там рукоположен. Да, не то, что из-за этого я говорю, а действительность так. Ну давай дальше, дальше-то что идет? А вот там, а если его рукополагал, неполное погружение было, этот вопрос обсуждем в церкви, принимаем как действительное. Бог взыщет с него. Нам не сказано определять. А этот, который рукополагал батюшку в полное погружение, а его кто рукополагал, Максима-то этого, кроху, тот тоже может не в полное, это конца края не будет. А может он в 10-м поколении, там архиерей какой-то был, симонист. Церковь положила предел в этом рассуждении. Сегодня, как есть, мы принимаем. Вот этой кротости, вот этой рассудительности, главного качества христианина, как Антоний Великий сказал, у них вообще нету. И почему я это говорю? Я все время испытываю, как они меня клеймят везде, священники, ролик за роликом выпускают. Вот теперь им не до меня. И заглохли, ни одного не видно сейчас. Нету. А я все молился, Господи, вразуми их. Господи, наставь их на путь истины. Говорят, вот о них, там, то, другое. А я считаю, моя молитва. Я молился о крушении этого режима. Молился о прибытии сюда Александра Ивановича Солженицына. И я молился о том, что Бог наших врагов, вот этих особенно священников, епископов, там с их тывкарских разных, вразумил, наставил, открыл истину, дал духовное рождение. Я на это все смотрю, как на ответ на мои молитвы. И поэтому я не просто знаю, а я и переживаю не за то, что там делается, а за этих. До тех-то я никак не доберусь. Вот такое мое видение, такой расклад. Патриархия здесь виновность 99% в том, что происходит. Вот мой ответ. Понятно. Ну вот позиция Андрея Краева, она как-то очень... Получается, согласно с вашей позицией, она очень близка вот в этом плане, что действительно это и с одной стороны промысел Божий, с другой стороны это и политические действия с той и с другой стороны. Но нам, православным христианам, дано только одно оружие, это в первую очередь молитва, вот, и поэтому это действительно повод усилить молитву и укрепиться в вере. Действительно, как некое испытание, которое посылает нас Господь, нам Господь. Видите, мы раскольники. А я кто колол? Щурка колет топор или топор? Так и старая бряться. Раскольники только Никон, но не те, которые остались верные старым традициям, старым книгам. И здесь-то раскольники кто? Раскольники-то эти, а не те. У них все перевернуто в головах у патриарших. Я знаю, когда посмотрят ролик патриарша, они тут начнут клеймить меня. Но им сейчас не до меня. А у них в горле все застряло комом сейчас. Им бросили смазанный жиром, как вот Даниил боролся там с вилом-то, бросил ему в пасть, и он расселся. Им сейчас закатали с волосами в рот вот это. И они подавились. Они сейчас ничего не могут сказать. Собираются, да, мы не будем встречаться, да, патриарх там Константинопольский не такой. А теперь русским везде отрезают и отрезают-то. Русские-то, которые туда ехать хоть едут, они никто. Поминать не поминает. Мы, это все против самих себя. Никто столько зла не сделал русской православной церкви, как попы. Вот Андрей Кураев и говорит. Церковь была ненавидимая. Всегда это было. Но чтобы презираемая, как сейчас, такого не было. Именно презираю. Тот батюшка приехал и говорит, раньше было, едешь, даже узнать, что священник, даже без формы одетый-то, и люди подходят, благословения просят. Сейчас я еду одетый с крестом, никому ты не нужен. Презрительно смотрят только. Почему вот эти кадиллаки пьяные давят прихожан своих на машинах, попы, ну и прочее там, гомо, медиа, там все соберут на них. Пришел час, открывай ворота. И больше ничего не надо делать. Если бы они семикратно в день молились, как мусульмане намаз совершали, хотя бы ну, месяц один, то можно было бы сказать... Я вижу так, что патриарх должен с синодом выйти перед храмом Христа Спасителя, призвать весь народ и молиться, чтобы Бог дал им смирение, чтобы они отстали от тех, которых оскорбляли и прочее. А имел ли право снимать анафему, если незаконно он и снял?
Да и анафема была-то не всеми принята. Тамошние-то откуда вы его, свои прихожане-то? Они же знали, что их патриарх, он патриархом там провозгласил. Не провозгласил, а его избрали. Там все законно, по их меркам-то было. Я говорю о Филарете Денисенко. К нему бы на исповедь я никогда не пошел. Я всегда говорил. Просто мое личное невосприятие его как человека. Не благодатности, а как человека. Только и всего. Пришли, все, ничего не надо делать, только благодарить Бога. Господи, благодарим Тебя, что хоть что-то нам оставил. А приходы, где перечисляют тут десятки тысяч, ты посмотри, какие приходы-то. На приходе-то ни одного, может, нет рожденного свыше. Сказали миссионерские отделы открывать. Мигом везде открыли. Я говорю, их нельзя открыть. Это обман. Это самый большой обман. Отделы миссионерские не открываются. Ни один, нигде у патриархии не восстал. Что это же обман. Бог не создавал. Ни Златоуст никто не создавал. Если Бог родил двух. Павел говорит, я в муках рождения. Вот двое идут. Везде подвое. 12 подвое, 70 подвое. Кирилл и Мефодий двое. Они слепые. Покажите хоть где, чтобы были отделы, чтобы там расписывались, кого-то вы обратили. Ничего этого нету. Ну какие вы с такими-то шайбами туда вылазите-то? Как тогда был Гайдар, Егор. Перестройку, то другое там. А у самого вот такая вот, говорит, в вепку не влазит. Так и это. Выходят попы там, я вижу там митрофаны разные. Это ужас один. Просто пузырь. Пузырь надутый, но кверху не поднялся. Не взлетел. И они выходят перед людьми, их что-то перед телевидением, тут ужас один. Ну, любой видит, и, ну, видит, поп-то у вас какой. У нас тут был один такой. У него 162, что ли, сантиметра, или 100, чуть побольше, наверное, 153 килограмма весу. Как-то брюки его шила ему наша сестра. Так мы двое в одну штанину залезли и стоим. И самый ужас был, когда хоронили. В железном тазу гроб поставили в церкви. А как раз 1-2 мая жара на улице стояла. А с него там все, он разлагаться мгновенно начал-то. И когда начали спускаться, наклонили этот таз, гроб-то. Из него как полилась эта жижа. Та жижа такая саленная, сало же. И все это лента идет. И не могут с асфальта потом. Вонище поднялось, наверное, на весь Барнаул. И все это сфотографировано. У меня даже есть, где-то там фото стоят. Вот и все. А я знаком был, приходил к нему, беседовал. А они лгуны. У нас занятия тогда шли 3 раза в неделю. Это люди-то знали. И к нам просятся. А я что мог сказать? Мы сами в патриархию ходили, молились и причащались. Мы говорим, ты у батюшки спросите. Он впереди меня идет, а я у него сегодня причащался. Ну, я говорю, ты иди у батюшки. Он, отец Семен, идет. Она догнала его. Отец Семен, я хотела спросить. А что ты хотела спросить? Да вот у Игнатия там занятия идут. Так я хотела благословения. Нельзя. А они там еретики. Он меня сегодня причащал, сегодня исповедовал. Ну как дальше-то быть-то? Тут один сидел в тюрьме. Суртаев, отец Владимир из Кытманова. Там дома какие-то ему покупали, машину, он на жену перевел, все, и сам куда-то, ну и все захватили, осудили, судят его. И ничего нельзя никак сделать. Я за него ходатайствовал в тюрьме, в прокуратуре, везде ему срок скостили, он вышел и стал к нам ходить. А сестра его ходила к нам на занятия в университете. И я потом говорю, отец Владимир, ну вы знали, что у нас иконы есть? Конечно. Ну а как же вы людям говорили, что икон нету? Зачем? А чтоб к вам не ходили. Ну что можно на это сказать-то? И так я беру таких, которые со мной общение имели-то. А остальные такие же, с Новосибирска, там, с Тувы. Они ни разу не встречались, ничего не знают. Хитрые, лукавые, злобные. Ну, с таким сердцем поднимайте руки. Куда поднимаете-то, когда вам ответа-то нет? Не могу я поверить, что Киево-Печерская лавра, все монастыри молились, и никому Бог не положил на сердце сделать то, что я говорю. Дать автокефалию тогда раньше. Тогда бы вот этого-то ничего не было. И храмы отдать эти, которые отняли там у православных, которые признают и Папу Римского, униаты. Ведь не было это сделано. А теперь вот да, подавились полностью.
Это раскол. Ну, раскол это на вашей политической арене. А для меня, какие греки были они, такие есть. Я вот в Греции был в Афинах. Ну и спрашивали, вот вы там были в Фессалониках, Салунь, в других местах, как смотрите? Я говорю, более неверующих людей я нигде не встречал, как в Греции. Все только внешнее. Каждый может в своем дворе поставить храм, теократическое государство, субботу. Самые неверующие. Это я говорю у них и записано на этом, на магнитофон, на видео. Вот и весь ответ. А где вы видели самых-самых я не определяю. Я сам не дорос до этого, чтобы определять. Батюшка наш, где бы ни был, приезжает, рассказывает о том, и нигде не увидал лучше, чем у нас. Как у меня сестра говорит, едет одна там казашка, ребенка на руках держит и целует. Да радость ты моя, да ты самый красивый. Я, говорит, смотрю и думаю, мои дети красивее. Мои дети. Так они твои. Твои. Я вот живу в этой, вот сейчас здесь у меня там 18 квадратов нету. И вот, ну, только чтобы нога прошла. И мне кажется, лучше моей квартиры нигде нету, чем эти акульи полигоны. Я еще на ничего не посмотрю. Я могу сказать, у меня сайт самый лучший в мировой сети. Но у меня основания есть сказать, чем он наполнен. И мои книги им никогда не написать, и ничего подобного нету. Я определенно скажу. Стихотворение, которое стихами назвать даже невозможно. Но таких не было и нету. Чтобы 36 строчек, и напротив каждое место из Библии. Ну покажите. Байрон писал об этом. Гёте, Пушкин, нет. Нет этого нигде. А это важно, это очень важно, что я не самобытный какой-то, а я просто евангельский. Я люблю Бога и люблю Его Слово. Вот в это воскресенье я говорил о любви к Богу. Все, что мы говорим по отношению любви к Богу, оно неполноценное. А почему? Божья любовь понятна. Возлюбил, отдал Сына. Как мы можем возлюбить Его той же? Он меньше не может взять. Почему он Петра спрашивает трижды? Петр, люблю? Да, Господи, ты знаешь, я люблю тебя. Зачем переспрашивать, когда все вот на ту высоту мы не можем подняться? Нам никогда этого не сделать. Почему написано всем умом возлюби, всем сердцем, всей душой, всей крепостью, ногами всеми, руками всей крепостью что? Почему? Потому что мы все что-то себе оставляем. Вот даже имение продали, положили к ногам апостолов, но сами живут еще в домах, и на благовестие-то, может, никто и не пошел. Надо смотреть глубже. О нашей любви к Богу говорить много не надо. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя? Потихоньку. И посмотри, чтобы Господь не отверг тебя. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Вот тут я могу сказать, Господи, вот поэтому определи меня. Любите меня, любите мое слово, которое я сказал. Я могу сказать, Господи, проверь меня, я выйду чист, как золото. Но я этого сказать не могу. Я могу только сказать, прости меня, Господи, я так хочу тебя любить. Опять же, в уголок свой и поплакать. Что этой любви достигать, я каждый день смотрю и вижу свое недостоинство полное. И говорить о любви, когда все несовершенное. И любовь-то наша такая. Вот такие мои ответы. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. И за ответы, и за наставления, и за духовный опыт ваш. Ну что, все, вопросов нет больше? Да, Игнатий Тихонович. Ну давай, брат Юрий, готовь еще. Что у тебя будет? Пока я на ногах хожу. С Богом, до свидания. Господь.